Сейчас я покажу, как из положения колена на животе можно провести ущемление бицепса. Я нахожусь в положении колена на животе. Я захватываю руку противника с той стороны, с которой нахожусь сам. Я подтягиваю ее, и в то же время я закидываю свою ногу и прижимаюсь к оппоненту. Во время тренировок будьте особенно осторожны с этим движением. Затем я опираюсь на свое колено и двигаюсь тазом вперед.